Здравствуйте. Какие изменения происходят в городских библиотеках? Как театр взаимодействует с литературой, а известные писатели с читателями? Об этом говорим в нашей студии заведующей библиотекой номер 5 Елена Горбунова. Здравствуйте. Здравствуйте. И главный библиотекарь библиотеки номер 23 Людмила Яблонко. Правильно. Здравствуйте. Не переспросила заранее, но прочитала правильно. Скажите, пожалуйста, какие изменения происходят в городских библиотеках? Потому что мы все слышим, что происходит какая-то модернизация. В чем это выражается? Вы знаете, мобильные даже библиотеки какие-то появляются. Что это такое? Вы знаете, мы очень активно сейчас занимаемся проектной деятельностью. Надо сказать о том, что сегодня трудно представить библиотеку, которая не разрабатывала бы проекты, которая не участвовала бы в конкурсах, которая бы не создавала какое-то новое пространство для своих читателей. Что касается библиотек Самарской муниципальной информационной библиотечной системы, то почти все библиотеки вовлечены в проектную деятельность. Проектная деятельность – это важный и интересный процесс сегодняшней нашей работы. Что дает проект? Он делает библиотеку привлекательной, делает библиотеку интересной. В такую библиотеку читатель пойдет. Людмила Григорьевна, чем ваша библиотека номер 23 отличается от всех других? Есть какая-то такая специфика, которую отмечают ваши читатели и посетители? Да, вы знаете, кажется? Мы сейчас реализовываем два интереснейших проекта. Литературный, посвященный творческому наследию актера, режиссера, писателя, сценариста Василия Макаровича Шукшина. И театральный, который мы реализуем совместно с Самарским отделением общества, театрального общества России. Да. Аналогичный вопрос, думаю, логично будет спросить вас, Елена Викторовна. Ваша библиотека чем отличается от других? Ну, знаете, сегодня мы используем такие инструменты, которыми владеем очень хорошо, и с помощью которых выходим в совершенно другой уровень, другой формат, используя, опять же, интернет для продвижения своей миссии, привлечения к чтению. С 2018 года мы вступили во всероссийский издательско-библиотечный проект «Литмост Эксмо объединяет». Это серия встреч, онлайн-встреч с писателями, когда онлайн-встреч, да, в библиотеку студии Москвы. Приходит известный писатель или общественный деятель, и в формате телемоста идет трансляция во все библиотеки России, которые подключены к этому проекту. Вот так современные технологии проникли в библиотеки. Да. Да. Потому что раньше совершенно другое было восприятие. Больше того, кроме отечественных писателей, на встречах иногда присутствуют и зарубежные авторы. Так, в прошлом году у нас был телемост с Артур Перес Реверте. Это испанский писатель Питер Джеймс, который просто покорил женскую аудиторию. Они работали с переводчиками, да? Да, там в студии, наверное, переводчик. Да, очень формат хороший. И что за самый лучший вопрос, библиотека получает в подарок книгу с автографом автора. И вот они потом ее пересылают? Пересылают, книгу, да? Да, издательство «Эксмо» пересылает. Одновременно подключается от 30 до 80 библиотек. И вы сами понимаете, какая конкуренция. И в прошлом году мы выиграли 5 книг Марии Метлицкой, Артура Перес Реверте, Андрея Эмдина, Сергея Бубновского и Олега Роя. Я вот хочу даже показать книгу Артура Перес Реверте. С его личной подписью. Да. Написано «Самара». Вот как приятно, что в далекой... Это Испания, да? Испания. В далекой... Не относительно далекой Испании знает наш город. Читателям библиотека города Самара от автора с наилучшими пожеланиями. Ну, это, конечно, очень приятно. И такие книги ценятся гораздо больше, чем книги без автографа. На какую аудиторию вы рассчитаны? С кем работаете? С какими... возрастными категориями, так скажем? Конечно, мы взрослой системы. И у нас приходят люди с 14 лет, начиная с 14 лет. Да. Это наш приоритет. Взрослые, которые уже сложившиеся личности, которые занимаются своим интеллектуальным развитием. Мы отходим от того, чтобы приглашать целыми классами, целыми готовыми, да, чтобы людям было интересно. Вот так же вот этот проект «Литмост», он заключается в этом, чтобы каждый желающий мог прийти на встречу
пообщаться. А сколько человек собирается вот приблизительно на такие встречи? Сколько приходит? От 15 до 20, 40. Это все зависит от автора. Здесь тоже, да, здесь тоже играет большую роль. И это справедливо, да. Иногда... Какой автор, как да. говорят, какой поп, да, такой приход, да, и здесь да. вот такая аналогия. Людмила Григорьевна, а у вас, вы с какой аудиторией работаете? С детьми работаете? Да, мы работаем и с детьми, и со взрослым. Что касается театрального проекта, здесь, конечно, собирается группа, которая любит искусство, которая любит театр. И вот театральный проект, он ведь способствует еще и... профессиональной ориентации наших читателей. То есть, возможно, кто-то захочет стать артистом, поступить либо в театральный институт, либо на театральное деление Института культуры. А что из себя представляет этот театральный проект? Артисты кто? Театральный проект, идея вообще создания театрального проекта возникла во время творческой встречи в нашей библиотеке с заслуженным артистом России Владимиром Гальченко. Инициативный да, человек. Да, очень. И мы подумали, ну а почему бы нам не сделать вот такой творческий тандем, да? Библиотека плюс театр. Тем более у нас очень много общего. У нас фундаментом служит литература. Вообще мы очень озабочены вопросом падения престижа чтения у юношества. Вот в таком возрасте теряется... снижается интерес к чтению, теряется интерес к книге. И поэтому мы так подумали, что поднять уровень чтения мы можем с помощью зрелищных форм. Это что даст? Это даст приток новых читателей в библиотеку. И это, наверное, сыграет роль позитивного отношения к книге и чтению посредством театральных представлений. То есть вы берете какое-то произведение, делаете постановку, да, театральную? Нет, мы не берем. У нас наш проект называется «От творческой встречи к спектаклю». То есть сначала библиотека готовит театральное погружение в тему, затем в библиотеках состоятся творческие встречи с артистами, а затем мы дружно идем в театр. Понятно. И смотрим спектакль. То есть никаких вот читок, любительскими актерами, посетителями ваших библиотек не организуется? Нет, ну почему? Это будет спланировано и на последующие годы обязательно. Мы же не на один год рассчитан проект, на Понятно. Несколько лет, поэтому мы будем стремиться к этому. Да-да-да. Вот как понять произведение лучше, чем театральная вот эта читка, да, вот в этом ну, процессе? Вы знаете, все разбираете, вы знаете, что сейчас, герой. Да, сейчас интересная форма в библиотеках это чтение вслух. Вот это чтение вслух дает положительный эффект вообще на воспроизведение самого произведения. Да, поэтому да, это да. все впереди. Это все впереди. Интересно. Да, и, кстати, вот у нас уже налаживаются связи с Институтом культуры, с театральным отделением. И, возможно, мы в ближайшее время будем этой работой заниматься. Да, сегодня тенденция нашего времени, современности, это вот совмещение разных форм. Мы приходим на балет, и сзади визуальная вот эта картинка, и музыкальное сопровождение, уже не классическое, а вот совершенно все меняется, и в библиотеке в этом отношении не отстают. Две недели назад мы приобрели пианино. Вот, видите, настройщик нам его сегодня настроит, и мы уже готовы будем принять аудиторию, где будут присутствовать уже музыкальные... Да, театры. И любители музыки, и театра, и литературы. Три в одном. Да. Скажите, пожалуйста, Елена Викторовна, из тех писателей, с которыми вы общались, кто лично вас тронул и заинтересовал больше всего, кого вы от своего мнения можете порекомендовать нашей аудитории? Вообще каждая встреча проходит очень интересно. Писатель раскрывается. Мы иногда даже не знаем, чем он дышит, почему именно вот такую тему берет, когда идет онлайн-встреча, и есть возможность задать вопрос, начинаешь понимать его. И после любой встречи книги всех авторов с полок просто сметаются. Но меня лично очень впечатлила встреча с Дианой Машковой. Диана Машкова была вместе со своим приемным сыном Георгием Гынжем. Она возглавляет фонд «Формула добра», которая занимается тем, что определяет подростков, взрослых детей из детских домов в семьи. Они написали совместную книгу «История Гоши», «История сироты», которая очень трогает, и после нее большой отклик находит
среди даже родственники Гоши, которые ни о нем ничего не знали 18 лет, после этой книги его разыскали и восстановили с ним связь. Интересные встречи с Машей Трауб. Это будет особенно интересно молодым мамам, у которых дети ходят в школу, с проблемами, которыми они сталкиваются сейчас в школах, находят отклик в ее произведениях. А вообще, я ее для себя еще открыла в журнале «Огонек», когда она ведет там колонку, и она сейчас там есть, эта колонка, тоже касающаяся школам. Где ты находишь даже какую-то поддержку, когда читаешь ее статьи, с иронией там все написано, но в каждой иронии есть своя правда, конечно, свой смысл. Скажите, а какие вопросы задают наши самарские читатели? Вот что их интересует? Вообще абсолютно разные. Никогда не знаешь, какой вопрос посчитается лучшим, за какой вопрос можно получить книгу. Иногда бывает даже просто поблагодаришь. У нас так было с Марией Метлицкой. Казалось бы, Литмост уже подходит к концу, и все вопросы исчерпаны, и нам дают слово. Тут в чем сложность? То, что дает слово организатор, то есть это из Москвы. И, ну, пришлось просто сказать слова благодарности. И так это было искренне от наших читателей, что Мария Метлицкая подарила нам книгу. Понравилось ей. Да. Такое благодарственное слово. Людмила Григорьевна, скажите, вы выделили такой красной чертой, что юноши сегодня читают меньше. Откуда вот эти данные? Какие-то исследования социологические проводятся? Как вы это чувствуете? Вы так утвердительно сказали, что юноши... Да, мы это чувствуем. Мы же ведем страничку свою ВКонтакте. И мы постоянно проводим опрос среди наших читателей. И чувствуем, что они даже слабовато знают литературу. Классическую, современную или вообще никакой? Вы знаете и классическую, и современную. То есть... Да. Поэтому мы пришли к такому выводу, что надо как-то повысить интерес. И мы думаем, вот что зрелищными формами это будет как-то эффективнее. Если проанализировать, причина падения этого интереса, она в чем? Вот на ваш взгляд, в чем? Что все перешли на гаджеты, вот на эти, что все сидят в интернете, и уже вот форма такая... Тяжело читать, да, брать книгу, себя усаживать, перелистывать. Это вот как-то. Вы знаете, а тут сел, вы отчасти правы. Быстро. Тянет к компьютеру, тянет к видео. Вот, книги, чтобы взять ее, прочитать, это уже надо поработать. Труд, это труд. Это труд, и это задача библиотекаря. Мы должны вернуть читателя книги. Но у вас же остаются ваши постоянные читатели, клиенты, конечно, посетители, конечно, которые конечно, любят, приходят. Конечно, конечно. Мы обслуживаем 4600 читателей в год. У нас большая посещаемость, почти 27 тысяч. Вот. Так что библиотека наша интересная вот своими проектами. А фонды литературные, они как обновляются? Что-то поступает к вам новое и интересное, чем вы привлекаете? Да, поступает и новая литература, и мы принимаем дары от читателей. Читатели несут великолепные новые книги. Да? А как это организовано? Вы как, какой-то клич даете? Ну, вот недавно прошла акция «Дарите книги с любовью». И вам принесли? Потом... Да, конечно. Свыше 200 книг. Вот в последней акции принесли свыше 200 книг, чему мы очень рады. Вас какая-то книга заинтересовала? Вы вот и увидели, и думаете, какой редкий экземпляр. Чем с вами делились? Или это книги, которые вот дома на полках пылятся у людей? Да, заинтересовала книга Сергея Шаргунова, нашего известного российского писателя, общественно-политического деятеля, который ведет передачу в России 24-12. Его книга о Валентине Петровиче Катаеве. Вот, интересная книга, причем основанная на документальных материалах, на воспоминаниях, на биографической, мемуарной литературе. И, наверное, мало кому известно, что Валентин Петрович Катаев родом был из дворянского священнического рода, что среди его родственников были архиепископы, новомученики. Валентин Петрович Катаев в свое время был... служил в Белой армии. Гвардии. Да, он ученик Ивана Бунина. Да, сколько вот, поэтому Сергей Шаргунов собрал вот такие интересные факты и выпустил книгу. И теперь она в вашей библиотеке. А в пятую библиотеку принесли книги? Да, я тоже хочу сделать внимание, обратить, что несут не только в день книг дарения, несут в течение всего года. И несут настолько замечательные книги. Вот хочу тоже отметить книгу Захара Прилепина «Есенин». Это книга новая, 20-го года. Более 1000 страниц.
Вообще Есенин такой поэт, который всегда вызывал интерес, наверное, не только в России, но и за рубежом. Вопросы такие, какой он был поэт, христианский или богоборец. Даже какой он был человек. Это даже больше, вот... В конце концов, была его смерть, самоубийство, или это было... Какое-то вообще трагическое стечение обстоятельств. Да. Вот на все эти вопросы Захар Прилепин своим самобытным ярким языком в своей книге «Есенин» рассказывает день за днем о его жизни. Хорошо, что вы обратили внимание на эту вот новую новинку. Но и вы сказали о самобытности. Думаю, что писатель Шукшин Василий то такой самобытный, что его тоже разбирать и разбирать, вот эти его грани, вот эти, этой самобытности. И вы тоже занимаетесь этим. Вы знаете, современного читателя по-прежнему волнуют те проблемы, которые поднимались в произведениях Василия Макарыча. Это, конечно, прежде всего вопросы нравственности, вопросы любви к родине, к своему отчему дому, к матери, к родной природе, хорошего и доброго отношения к людям. И надо сказать о том, что Василий Макарыч, он жалел и любил своих героев. И в каждом из них он видел личность. Наверное, сегодня трудно представить, о чем бы писал Василий Макарыч. Но уже все то, о чем он написал, конечно, останется надолго, чтобы мы не потеряли вот этого трезвого отношения к себе и к людям. Нашей библиотекой разработан проект к 90-летию со дня рождения Василия Макарыча. Называется он «Талант высокой простоты». Мы с удовольствием работаем в этом проекте. Такое. Да. Вы знаете, Василий Макарыч прожил ведь очень мало. Он прожил 45 лет. И трагически скончался во время съемок в Волгоградской области у Сергея Бондарчука в фильме «Они сражались за Родину». Он умер 2 октября 1974 года. Я вам больше скажу. Он умер в тот день, в тот месяц и в тот год, когда мне исполнилось 20 лет. То есть я хочу сказать, что я к этому как-то немножечко философски подошла с этим вопросом. Какая-то связь. И я счастлива, что мне по истечению 45 лет, но пришлось все-таки как-то соприкоснуться с творчеством Василия Макарыча. Я с удовольствием работаю в этом проекте. А он будет как-то представлен читателям? Да, конечно. Он уже представлен читателям, потому что мы начали... Открытие проекта состоялось 25 июля 2019 года, в день 90-летия Василия Макарыча. Нашими гостями уже на этом проекте был Олег Константинович Белов, заслуженный артист России, народный артист Самарской области. Вот какая у вас связь с театром все-таки. Да, он представил нам инсценировку сказки «Шукшина до третьих петухов». Также Владимир Александрович Гальченко поделился своими впечатлениями о спектакле «Вот так и живем», а этим спектаклем наш драматический театр открыл новый сезон. Так что мы работаем активно. Да-да-да, что у вас даже есть такая любовь к театру, и поэтому такие проекты живут в вашей библиотеке. У вас. Да. Мне кажется, что вы так любите посещать театр. Да, конечно. Смотреть. Я вообще, я в профессии 47 лет, и ни на один день не сомневалась в правильности выбора своей профессии. Ну, это чувствуется, что вы с большой любовью об этом говорите, интересом. А что касается, опять же, писателей, и хотелось бы, ну, про женских женщин-писателей мы уже поговорили. Еще, может быть, на кого-то обратить внимание из современной прозы? Ну, из современной вот как раз у нас будет встреча. Да, предстоящая встреча анонсирует. Анны и Сергея Литвиновы. Это авторы остросюжетных произведений детективов. Хочу обратить, что это будет онлайн-встреча с писателями, потому что иногда у нас выходят курьезные случаи, когда люди видят афишу, видят число, видят, где проходит, с кем. И приходят на встречу с писателями. У нас была такая встреча, когда на встречу с Татьяной Устиновой и Павлом Астаховым женщина пришла с 2 букетами цветов. Когда оказалось, что это онлайн-встреча, она немножко расстроилась, но мы ей, конечно, дали возможность пообщаться с Павлом Астаховым, она осталась счастливой. А еще вот есть такой курьезный момент, не всегда на встречах люди, когда видят, если это не писатель, а если это медик Сергей Бубновский тот же, пишущий книги,
они путают и приходят своими личными вопросами, касающимися там, их здоровья. Мы это все, конечно, отслеживаем, и перед тем, как задавать вопрос автору, сначала интересуемся сами, что это будет за вопрос. То есть вы организуете встречи не только с писателями, но вот с известными профессионалами, которые могут поделиться своим опытом и какими-то советами, да? Да, совершенно верно. Ну и его книги, вот, в частности, Сергея Бубновского, да, кинезитерапия, это гимнастика на каждый день. Он ведь был в очень тяжелом состоянии, прикованный к постели, и вот только благодаря методике, которую он разработал, он себя поставил на ноги. И теперь делится этим опытом. Да, да. Также вот издает свои книги. И сама его персона, он тоже такая интересная личность, да, тоже притягивает внимание, потому что он такой вот харизматический, можно сказать. Что касается, вот, Людмила Григорьевна, хочу узнать у вас, как у театрала и любителя литературоведа, какие персоны, личности, поэты, писатели вам интересны, за кем вы можете следить, расследовать истории их жизни, творчества, кто вас привлекает, кто у вас любимый поэт и писатель? И, может быть, вы нам даже процитируете, расскажете. Да, писатель, конечно, Михаил Булгаков. Обожаю все его произведения. Конечно, это Ильф и Петров. «12 стульев», «Золотой теленок». Из поэтов, кроме русской классики, мне очень нравится Осип Мандельштам. Это один из ярчайших представителей поэзии Серебряного века. Вот. Мне нравится его поэзия. Ну, достаточно вспомнить, да, вот такие известные строки Мандельштама. «Сусальным золотом горят в лесах рождественские елки, в кустах игрушечные волки глазами страшными глядят. О, вечная моя печаль, о, тихая моя свобода и неживого небосвода всегда смеющийся хрусталь». Да, вот чудесный такой перезвон даже идет от сочетания вот гласных, согласных. Что значит талант? Да. Да, действительно. Вы знаете, у него прекрасная поэзия, но сложная судьба. Он же прошел ГУЛАГ. Страшная. К сожалению, как часто, когда мы говорим о великом поэте, писателе, вот эта вот трагедия жизни, да, она сопровождает вот, ну, через одного. Вот с чем, как вот это понять? Как провести какую-то аналогию, если можно? Почему такие судьбы? У писателей, у великих и поэтов. Ну, это же наша история, это же не выкинешь такие факты. Но, наверное, таких людей укрепляет дух. И вот, конечно, кто-то теряется, а кто-то возвышается в этот период. И сколько таких примеров мы знаем. Да, действительно, испытания, они даже вот необходимы. Кто-то не выдерживает, а кто-то возвышается. А мы наслаждаемся этой поэзией, которую они нам дают. Жизнь испытывает и выливается в творчество. Поэтому она такое тонкое, звенящее и трогающее душу, потому что люди такое прошли, что и отражается это. Елена Викторовна, а вы поэзией увлекаетесь, или у вас только все-таки публицистика, медицинское направление? Нет, я очень люблю зарубежную современную литературу. Когда это был какой-то прорыв, наверное, 90-е годы, потому что до этого мы знали только классиков, да, Гёте, Дюма, Шекспир, и зарубежную литературу мы все узнавали через журнал «Иностранная литература». Потом стали появляться первые издания «Иллюминатор». Это как раз публикация из иностранной литературы «За иллюминатором», «Лекарство от скуки». И в какой-то момент мы поняли, что у нас столько иностранной литературы появилось в библиотеке, что даже были вынуждены организовать отдельный зал. Теперь мы разъединили художественную литературу на отечественную и зарубежную. Вот. Ну, я... И вот, наверное, после этого, после открытия зарубежной литературы, у меня такой вот появился к ней интерес. Я люблю Бекбедера. «Любовь живет 3 года» замечательно. Я люблю польского писателя Вишневского. Мы его знаем больше по «Одиночеству в сети», но вот роман «Его бикини» намного интереснее, на мой взгляд. Да, можно прочитать. Да. Ну вот Гёте, конечно, Гёте, да. Цитировать я не буду. Ну, Людмила Григорьевна, я очень люблю современную зарубежную литературу. Понятно. Я еще могу прочитать одно стихотворение Мандельштама. Пожалуйста, вот ваша камера. Можете обращаться напрямую к зрителям, они почувствуют. Осип Мандельштам.
Марине Цветаевой. Не веря в воскресенье чуду, на кладбище гуляли мы. Ты знаешь, мне земля повсюду напоминает те холмы. От монастырских косогоров широкий убегает луг. Мне от владимирских просторов так не хотелось на юг. Но в этой темной, деревянной, ее родивой слободе с такой монашкою туманной остаться значит быть беде. Целую локоть загорелый и лба кусочек восковой. Я знаю, он остался белый под белой прядью золотой. Целую кисть, где от браслета еще белеет полоса. Тавриде пламенное лето творит такие чудеса, как скоро ты смуглянкой стала и к спасу бедному пришла. Не отрываясь, целовала, а гордую в Москве была. Нам остается только имя, чудесный звук на долгий срок. Примишь ладонями моими пересыпаемый песок. Замечательно. Вот теперь понятно, откуда ваша любовь к театру, потому что вы тоже артист, да, вот? Артист. Ну, мы вообще есть в своей профессии артисты. Вот так вот. Нам нужно быть артистами. И артист. Да. И у нас остается буквально несколько, совсем немного времени. Вы принесли журналы. Да, да. Да. Что это? Вы занимаетесь тоже издательской как-то с кем-то деятельностью? Да, эти буклеты замечательные, вот издания, выпущенные в рамках проекта «Талант высокой простоты», посвященный Василию Макаровичу Шукшину, а издал их Самарская муниципальная информационная библиотечная система. «Памяти Шукшина» – это альбом, это своеобразный путеводитель основных век жизни и творчества Василия Макарча Шукшина. А второй – «Магия шукшинского слова» – он содержит уже творческие миниатюры и рецензии, созданные участниками проекта. Надо сказать о том, что когда мы задумывали этот проект, то мы обратились к читателям не только Самарской области, но и России с тем, чтобы они прислали нам отзывы, рецензии о фильмах Василия Макарча и о его произведениях. И вот на основании этого получился такой вот чудный, замечательный альбом. И портрет чудный. Да. Чудный портрет. Это вот известный. Вся его сущность как человек. Это известный. Да? И наш проект открывается... Открывается аватаркой. Mm-hmm. Вот именно Василий Макарович почесывает затылочек и говорит: «Милые люди, здравствуйте!» А мы просим, призываем своим проектом наших читателей смотреть, слушать, читать и открывать Василия Макаровича вместе с нами. Mm-hmm. Какая глубокая фраза, вот если задуматься: «Милые люди, здравствуйте!» Да, вот, да, вот да. Это вся актуальность сегодняшнего времени, да, вот к этому нужно стремиться, да, чтобы относиться к друг другу как к милому человеку, да, близкому, да, да, и желать здоровья, здравия и так, да, далее. Милые люди, здравствуйте. Да. Вы знаете, мне еще хотелось... Ну, прям одна минутка. Да, одна минуточка остается. Закончить разговор Василия Макаровича словами Владимира Владимировича Путина. Он сказал такие слова, что удивительно, как можно через образы простого человека ясным, понятным, но таким доходчивым и сочным языком показать, что такое душа нашего народа. Так мог сделать только гениальный автор Василий Шукшин. Да, действительно, замечательная такая точка. Ну и справедливости ради, Елена Викторовна, пригласите на ближайшие мероприятия ваших 21 читателей. Февраля будет «Литмос» с Алексеем Исаевым в 3 часа в библиотеке номер 5 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системе по адресу Аэродромная 9. Алексей Исаев – автор, исследователь. Его книги о Великой Отечественной войне. Я думаю, это будет интересно всем. Приходите. Да, тем более в год 75-летия Победы. Спасибо вам большое за эту информацию, за вашу любовь к тому делу, которым вы занимаетесь. Спасибо большое. И вот можно тоже фразы закончить. Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университетов, институтов, других учреждений, но если библиотеки есть, культура не погибнет. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Да, ну это еще одна персона, которой тоже хочется, да, возвращаться конечно, и читать его. Это глубокие. Великий человек. Да. Но у нас время истекло. Все, спасибо большое. Спасибо вам хорошего. Спасибо. Прощаюсь я и с вами. До свидания. Читайте книги.